Профориентационная акция Могилевского областного кадетского училища «Моя профессия, мое будущее» прошла в УВД Могилевского областного исполнительного комитета. Могилевские кадеты на один день сами стали своего рода руководителями и экскурсоводами. Вместе они объясняли ученикам 6, 7 и 9 классов, что нужно делать, чтобы поступить, каких целей нужно добиться для поступления и вообще, каково это носить звание кадет. Хочу в жизни связать свою профессию с офицерской. Хочу поступить в другой силовой вуз. Ну и поступил в кадетское, чтобы понять, что это такое, сразу осознать, чтобы дальше не было сложностей. Сначала было довольно тяжело, непривычно, а потом как-то все, трудности все преодолел и стало очень хорошо, все легко. Это действительно очень легкий путь. Пройти его сможет, в принципе, не каждый человек, но это дорога, которая ведет к успеху. Учащиеся учебного заведения совместно с сотрудниками ОМОН УВД подготовили для гостей мероприятия выставку вооружения и спецсредств, презентацию училища, фотовыставку и праздничный концерт. В этом году Могилевское областное кадетское училище отмечает 15 лет. Основными направлениями деятельности учебного заведения является интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся в кадетском училище, их адаптация к дальнейшей жизни в обществе. Интерес, в общем-то, к службе растет, на мой взгляд. И об этом говорят определенные цифры. Даже взять наше училище в прошлом году, конкурс в 10 класс был 8 человек на место, а в 8 класс 2 человека на место. Ну, в принципе, это, наверное, говорит о том, что действительно вот эти молодые ребята, 7-классники, 9-классники, они хотят посвятить себя, свою жизнь дальнейшей службе на благо нашей Родины. Организаторами акции «Моя профессия, мое будущее» является Могилевское областное кадетское училище и Управление внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета. Цель мероприятия – сформировать гражданственность и патриотизм у могилевских школьников. К слову, каждую субботу с 10 до 12 часов Могилевское областное кадетское училище проводит День открытых дверей. В это время можно поучаствовать в жизни училища и задать все интересующие вопросы. Сотрудники учреждения образования всегда готовы помочь в выборе будущей профессии.